Атмосфера, как всегда, бешеная. Есть еще вариации корабля. Пароход, катер, лодка. Судно? Что? Теплоход. Это же танец маленьких утят. Маленьких утят. Все танцуют, как хотят. Ты за нами повтори. Давай, давай. Пока, какой цвет? Фиолетовый. Думай. Это песня Федука. Всем привет! Мы вновь мчим на футбольные поля, чтобы порадовать своим информационным освещением. Привет-привет! Невзирая на погоду, мы снимаем наш новый выпуск программы SFL Pro. С вами Алексей Михайлов и Валерия Астафьева. И мы начинаем! На полях политехника еще не закончился сезон, а вот в чемпионате России сезон подходит к своему завершению. И сегодня на последнем домашнем матче «Зенита» мы побываем на фан-променаде студенческой футбольной лиги. Денис, расскажи, пожалуйста, о нашей зоне СПЛ, которая в течение всего сезона располагалась близ секторов. Расскажи вообще, в чем ее суть? Ну, суть площадки в том, чтобы люди приходили, развлекались перед «Зенитом». Ну, а наша суть, чтобы люди узнавали о студенческой футбольной лиге и, возможно, потом приходили на матчи поддерживать, ну, а кто-то, может быть, играть. Скажи, что ты здесь делаешь? Мы поучаствовали по флешмобе, потанцевали, было очень весело. Теперь болеем за наш город, за нашу команду. Ты сюда первый раз пришел за этот сезон? Если нет, то вообще расскажи, как тебе впечатление от стадиона, от матчей, от той атмосферы, которая перед матчем организовалась, в частности, при даже наш сектор СПЛ. Атмосфера, как всегда, бешеная, как бы самый вместительный стадион. И, надеюсь, сегодня нам «Зенит» продемонстрирует очень красивую игру. И будет очень много голов, и мы все останемся счастливы. Скажи, как тебе эмоции после первого тайма и вообще, как тебе весь антураж, который сегодня подготовили фанаты на эту финальную игру? Ничего необычного. В принципе, фанаты также поддерживают команду. Все эмоции были отданы, как сам знаешь, не в этом матче. А все-таки скажи, где круче, на политехнике или здесь? Конечно же, на политехнике. Ну вы что? А тебе где больше нравится? А мне везде нравится. И вообще, я хочу, чтобы матч СФЛ... Чтобы матчи СВЛ проходили на Газпром-арене. Закончился матч «Зенит-Енисей». Это был очень крутой матч, особенно второй тайм. Было очень много моментов, голов. И, кажется, с нами попрощался Анюков. Это было очень трогательно. Закончился не только матч, но и сезон в российском чемпионате. А на полях политехника вся борьба еще только впереди. И прямо сейчас мы туда вернемся. Завершился первый тайм центрального матча тура. Кастилья ведет 1-0. Пока очень спокойная игра. Извините, это что, Лысый Василий Пимченко? У него что, нет волос? Не знаю, что происходит на противоположном поле, но комментарии Дмитрия Карталова, типа, вот эта игра, вот это голы, прямо манит, знаете ли, не смотреть на свое. На улице начался безумный проливной дождь, очень холодно, неприятно, стоим под крышей, потому что у нас больше нет никаких вариантов. Еще я вижу, что подбегает Леша Михайлов, он у нас с «Зенита». Ой, там было так хорошо, тепло, и стоило сюда прийти, и полил дождь. Мы будем согреваться музыкой. Да не перекрой выход. Потому что у нас музыкальный челлендж. Да, и я думаю, что у нас найдется парочка человек, которые очень хорошо разбираются в музыке. Все, погнали. Мы нашли постоянного участника наших челленджей. Это Константин Шитихин. Он безотказно соглашается на все. Сейчас мы будем играть с ним в «Угадай мелодию». Первое задание – это мы будем показывать его картинку, на которой эмодзи написаны слова песни. Это одна песня? Да, это одна песня построчно. Нет звука, дождь, снежинка. Настолько. Немножко образные. Я понял, я размышляю, запятая. Я понял, тут запятая есть. А чем луна? Это с чем луна строится? Когда есть луна? Ночью. Да. Стой, что-то у меня уже это... Это лидер, что ли? Корабли что-то тут. Что за песня? Есть что-нибудь старое? И что за песня такая? Ну, а еще корабль. А какие есть еще вариации корабля? Пароход, катер, лодка, судно. Что? Теплоход. Я понял, это, короче, Стрыкало, да? Ялта, парус, это, блин, я тихо лужи. Спывают лед. Да. Так, парень едет на Луну. Ночной. Так, ночной экспресс. Ну, почти. А, ночной хулиган. Нет. Грустный, курить.
не поджигая спичек. Осень и грусть. Это лесбиянки? Ждет, а девочка плачет? Нет. Когда придет ее любимый мальчик? Нет. Можно подсказку там? Помощь? Осень и печаль? Это подруга. Моя. Это... Женщина. Женщина поет. А, женщина поет? Да. Он уехал прочь на ночной электричке. Бинго! А куплетик будет, да? Да, где-то там должен быть. Ну все, постоим там. Я без понятия. Да, да, да. Я не знаю песни. Я не все грустные песни знаю, походу. Да, только на корни карты. Не, я не знаю. Я не знаю эту песню. А! Михаил, простите, Илья, простите, мне стыдно. 2007 я не вернул. Извините. Спасибо большое. Что, все? Вот так вот. А танец маленький? Я ничего не угадал. Не, давай танец маленьких утят. Да. Это же танец маленьких утят. Маленьких утят. Все танцуют, как хотят. Ты за нами повтори. Давай, давай. Все, завербовал. Кровать, сон, семья гейская, не музыка, ракета, а снится, не снится нам, да, короче, да. Трава, трава у дома, да, да, зеленая, да. Зеленая трава, да. А кто исполняет? Самоцвет, что ли? Нет? Есть такая группа, нет? Есть, но не она. Земляне? Земляне? А почему я думал, что это Пресняков исполняет? Да, да, ты точно угадаешь, я думаю. Давай. Там про Спартак что-то или что? Это ж когда мы в клубе Чипс танцуют? Да. Тимати? Жиги! Все, закрываем передачу. Он... Сердце, любовь. Фиолетовый цвет. Фиолетовый. А вот это? На что похоже? На кляксу. Пока какой цвет? Фиолетовый. Думай. Это песня Федука. Розовое вино. Хорошего конкурса. На свадьбу, не знаю. Тут все тематически подобно. Это We Are The Champions? Да. На, земля, вверх, королева, король. Да, королева, вверх, король. Нет, запятая, вверх, первый. Время вперед, время назад, время... Блин, а что это такое может быть? Если я что, считаю... человечки, это не важно, кто там, это просто... А, это просто она. Мой господин? Это вот, это Бузова, вот это вот. Да, мало половин, я открываю мир других мужчин. Ты что, ты Селин Дон, нет? Да, вот это нет. Да. 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 Вот это вот. А кто исполняет? А, Хьюстон, Уитни Хьюстон. Это была не подсказка, я сама. Несколько минут матча проходят. Очень старался инженер поиграть сегодня на статистику Кастильи и вообще на ее турнирное положение. К сожалению, не получается у них даже ничью вырвать, хотя, возможно, это был бы более закономерный результат. Ну, как сказать, наверное. Это Валера. Валера снимает все передачи, но вы его не знаете, знакомьтесь. Валера герой. Валера просто молодец. Без него мы бы не справились. Без него не было бы этой передачи. Всем пока.